Претензии к сыну равно претензии к отцу. То же самое можно сказать про дочь. Все, допустим, мои претензии к дочери – это не переработанные обиды и претензии к маме. А что это значит? Допустим, прошло сегодня понедельник, я принимаю клиента в кабинете, у меня есть 20 минут до первого клиента. Вчера было воскресенье. Воскресенье, домашний день. Что мы делаем по воскресеньям? Какая бытовуха, да? У нас там здесь убрать, там прибрать, стирку, стиральную машинку закинуть. И вот я, значит, на себе наблюдаю такую штуку, да? То, что сталкивается там 99% всех людей. Что-то меня опять подбешивает, да? Вот дочь там, вот вас только-то обещала, там, вот договаривались, в 12 часов ты должна там сдать мне свою чистую комнату. А вот что-то не 12 час, и туда-то потому, и посуду ты не убрала в раковину. То есть, и как будто думаю, господи, да сколько же это можно, уже тысячу раз это проходили, и ругались, и не ругались, и договаривались, и в общем чего. И тут опять у меня эмоции, думаю, подожди, ну хорошо, ну Валь, ну вот, ну типа ты психолог, да, вот ты там 10 книг по психологии написал, ты там с клиентами работаешь, умничаешь бесконечно там по видеороликам, как там надо, что там надо, и вот она как бы воскресенье, и вот они эмоции как бы к ребенку, вот они все заново, думаю, а ну-ка. Значит, вспоминаю, и как в таких ситуациях начинаю вспоминать там эти тысячи фраз, которые я где-то когда-то говорила или писала, так, и какой из этих фраз мне сейчас нужна, чтобы понять, что же у меня опять претензии к ребенку так своему, да, за то, что она там тарелку не убирает, или за то, что крошки на полу после того, как она поела. И такой поиск файла, нужный файл, где ты? Ну, прикольно, вспоминаю, значит, один свой из видеороликов, где я там говорила о том, что у нас идет доминошечка, все, что мы недоразрешили, например, с мамой, потом подставляется фигура, ну, например, сестры, если она есть, да, к ней и переходят эти претензии, если сестры нет, тогда жена, да, если мы говорим про мужчины, потом дочь. То есть, что эта штука, она такая доминошка, которая переходит вот как бы по возрастам, да, по этапам жизни, по наследству. Теперь, значит, мы, но, думаю, как-то вот тут она у меня потерялась, эта фраза в закоулочках моей души, и тут недавно читала книгу Поленко, у него сказано более коротко, а значит, более удачно, да? И вот эта фраза, она у него в книжке прочитала о том, что вот то, что вы испытываете претензии к своей дочери, а ну-ка посмотрите, попробуем подставить в это слово, в эту претензию слово не дочь, а мама. Итак, значит, я начинаю там вспоминать, а что я вообще там по своей маме? Там делала марафон? Конечно, там еще там несколько лет назад, мне сейчас почти что 43, где-то лет в 40 я делала все марафоны, а тогда я еще больше метод пустого стула применяла по отношению к маме. То есть я в своей книжке «Матрица души 7-7» писала о том, как рассчитать количество стульев, которые нужно сделать, да, что вот примерно сколько тебе лет, вот мне было тогда там в районе 40 лет, да, и, соответственно, примерно столько же стульев нужно сделать со своей мамой, то есть 40 стульев с мамой. Я себе делала не 40, а делала примерно раза в два больше. Почему? Потому что, ну, я как бы это подгоняю в этом плане, да, такой маньячок поохотиться за своими комплексами, потому что из каждого комплекса своего, собственно, я достаю такое количество энергии и ресурса, что я как маньяк уже охочусь за всеми такими козявочками своими, да, делаю это с удовольствием постоянно. Я делала не 40 стульев с мамой, а примерно раза в два больше, не знаю, может быть, 70-80 раньше записывала, потом перестала записывать эту статистику. Вот, и почему больше? Почему? Потому что я стала делать стулья не только про те ситуации и воспоминания, которые меня тяготили, но я делала про хорошие ситуации, я тоже их разруливала. Почему? Потому что даже наше какое-то супер воспоминание о чем-то хорошем, ну, например, по отношению там, к папе или к маме, если там были вау эмоции, по-любому там тоже зарыта собака, там, потому что наши эмоциональные качели, они всегда бьют в одну сторону, ну, в разные стороны одновременно, да. То есть, если у меня было вау, сколько приятных эмоций рядом с мамой, значит, там где-то как бы спрятана какая-то химические отходы рядышком. И я для того, чтобы и это в том числе разрулить, я делала стулья, поэтому в два раза больше. Хотя я там в книге про это как бы не пишу. То есть, например, сейчас, чтобы было понятно, ну, например, у меня есть детское воспоминание, как классно я там была в садике, и мама мне купила лисью большую шапку, да, вот в Сибири, холодно там, все дела. И я помню вот это детское воспоминание, не знаю, сколько мне там, 3-5 лет было, как классно, что мне мама купила эту шапку, так здорово, да. Я думаю, а мне такой, знаешь, интерес такой, подожди, если у меня была супер радость, значит, тут собака зарыта, ну-ка, давай покопаем. И я, когда на стульях разруливаю эту штуку, я нахожу, что за этой радостью прятался испуг и ужас умирания, что а если бы мама мне эту шапку не купила,
то я бы на морозе замерзла. То есть, получается, за супер радостью я нашла дикий страх, да, который мной рулил и заставлял меня своего ребенка одевать побольше, там, потеплее, ну, короче, всякая шняга, да. То есть, я, поэтому я стулья в себе делала в 2 раза больше. И тут, значит, такая, я вспоминаю фразу Полиенко о том, что у вас претензии к маме. Я сделала, ну, там, в районе 80 стульев к маме, и тут претензия к ребенку за то, что крошки на полу, это что, у меня претензии к маме не отработаны? В смысле, у меня не отработаны? А у кого они вообще тогда отработаны, если они у меня не отработаны? Ага. И такая думаю, ну, давай-ка попробуем эту формулу применить. Вот, ребенок сидит, ест, крошки на полу, меня это бесит, да? Там на столе, там в раковину не поставила, там и так далее. И я начинаю, думаю, беру фразу, меня бесят крошки на полу у своей дочери. А пробую как вместо слова дочери подставить слово мама. А как там у меня вообще к маме по поводу чистоты? Угу. Дальше лучше применять методику ДПДГ. То есть здесь уже стулья как бы... Стулья мы убираем глобальные глыбы, камни, претензий, переживаний по отношению к базовым близким фигурам. А вот такие вот маленькие какие-то вот камни убрали, а щебеночка может остаться. Которая так раз ее там веником подмести, за 2 минуты сделать ДПДГ. Ну вот она где-то раз и нечаянно иногда... из-под колес выскакивает и в лобовое стекло, да, вот вроде бы маленькие какие-то камешки, вроде уже стульями там переработаны, но вот что-то где-то дай-ка я еще поохочусь. И тогда я что делаю? Что мы делаем? Либо у вас, ну не знаю, например, то же самое про мальчиков, да, если взять 100 семей, у 95 семей будет одна и та же претензия. Ты слишком много сидишь за компьютером, ты поправляешься, ты там, не знаю, плохо учишься, как бы не хочешь убираться в комнате. Традиционно. Аналогично, вот энное количество времени назад приходила там мама ходила, папа ходил, и параллельно приводили своего сына, и вот мы в тройная такая параллельная психотерапия, да, энного цикла. Папа сначала приводит сына, да, сначала начали с папы, потом начали с сына, потом мама подключилась, все это по очереди. Вот сын, он слишком много сидит за компьютером, он слишком много кушает, у него вес зашкаливает. Из-за этого он перестает ходить в школу, потому что ему только компьютер. Ну, короче, то есть из 100 семей 95 это прям, ну, просто классика жанра. То есть вы можете эту штуку убрать. И тогда и у меня аналогично была когда-то, точно такая же штука была, что мой сын слишком много сидит за компьютером, он вес набирает, ну и так далее. Да? То есть, ну, традиционная какая-то штука. Но, смотрите, вот эта вот претензия, как она звучит, например, ты слишком много сидишь за компьютером, это верхушечка айсберга. А ну-ка давайте в этом месте пробовать, а в чем претензия? И дальше у всех будет немножко по-разному. То есть, например, у кого-то ты меня игноришь, я ж тебе сказала не сидеть за компьютером. Или, например, ты меня не уважаешь. Или тебе наплевать то, что я тебе сказала. Или... ты не следишь за своим здоровьем. То есть у каждого человека пойдет энное количество каких-то разных фраз. Или ты безответственно относишься к своему будущему. Тебе наплевать, к чему это приведет. Не знаю, там тебя, не знаю, ты бомжевать будешь, в тюрьму посадят, ты будешь необразованным. То есть, вот дальше у всех, сначала верхушечка у всех одинаковая, а дальше низ претензий, вот эта расшифровка претензий, она у всех разная. Хорошо бы записать свои фразы, что для вас это, в чем проблема. Ну, сидит, и что? Ну, набирает вес, и что дальше, да? То есть вот расшифровка, и прям записывать каждую фразу. Очень важно все писать. Бумажки лежат, ручки прям потянули мое внимание. То есть записывать каждую фразу. Допустим, ты сидишь за компьютером, и у вас за этой фразой будет претензии, ну, например, там 8 штук, предположим, ты меня не уважаешь и так далее. Что происходит, да? Или ты испортишь свое зрение, или еще что-то. Что делаем дальше? Теперь дальше в каждую фразу давайте прям зачеркивать слово «сын» и сверху писать слово «папа». Ну, например, «папа, ты меня не уважаешь. Тебе наплевать, что я тебе говорю». И замерять дальше мы работаем желательно через ДПДГ, если стулья уже сделаны, да даже если не сделаны, если вам сложно самим, хотя бы ДПДГ. Берем фразу, например, тебе наплевать там на свое здоровье, ты сидишь за компьютером, портишь свое зрение, у тебя вес прибавляется, а может быть у вас там, не знаю, ты очень много прибавишь весу и будешь одиноким из-за этого. То есть, ну, у всех там такой какой-то разный перечень, набор каких-то переживаний, страхов, вот он разный. Каждую эту фразу пишем и дальше зачеркиваем. Сына зачеркиваем и пишем слово «папа» и начинаем замерять эмоции. Допустим, я произношу. Ты меня игнорируешь. Я же тебе сказала не сидеть за компьютером, там, сын, да? А ты опять вообще, тебе наплевать, что я думаю? Тебе наплевать, что я думаю.
зачеркиваем сын, папа, тебе наплевать вообще, что я говорю. Замеряем эмоцию. Какие чувства? Печаль, подавленность, безысходность, апатия, бессилие. На сколько баллов? Замеряем от 0 до 10. Напоминаю, по ДПДГ 0 это нет эмоций, 10 это максимум. Ну, например, там 8 баллов, все, энергия ушла, спать хочется, ничего не хочу. 8 баллов, поехали, папа, ты меня игнорируешь. Или там, предположим, у меня к дочери, предположим, опять крошки, опять бардак, зачеркиваем дочь. Мама, у тебя опять бардак. Какие эмоции? Замеряем балл. Поехали чистить. Если вы не делали там раньше там стульев сами или с психологом, то, скорее всего, за фразой, например, «папа, ты меня игнорируешь», скорее всего, вывалится домино из, может быть, 20 разных ситуаций. А вот здесь я хотела, а ты меня проигнорировал. Я хотела там тапочки купить, а ты меня проигнорировал. Я хотела в этот институт, а тебе было наплевать. То есть, скорее всего, у вас она разложится на каких-то болезненных воспоминаниях, если стульями еще не почищены, то есть конкретных, да? И тогда каждую из них нужно тоже почистить. А если же у вас сделан какой-то определенный цикл уже терапии по маме и папе, то, возможно, у вас вот это все домино не выйдет, а будет просто вот, ну, фоновая какая-то штука, крошки на полу, да, блин. Или, например, ребенок не чистит зубы, ну, как-то вот за внешностью, как бы, вот не заставишь расчесаться, не расчешется, да. Ну-ка, а что в этом месте там у меня к маме по поводу ее внешнего вида? Опа, начинаем чистить. Там, и вот каждую вот такую штуку хорошо бы менять. Работает бомбически. Самое интересное, что после этого находится сразу решение. Они находятся, не знаю, в несколько секунд. Ну, казалось бы, вот что можно сделать, чтобы он там не сидел за компьютером. На самом деле у нас решения внутри всегда есть, но мы их категорически игнорируем. Игнорируем с такой просто шокирующий какой-то вообще. То есть вот мне холодно, закрой форточку. Нет, нельзя закрывать форточку, мне холодно. Закрой форточку. То есть обычно эти решения у нас всегда есть, и нам, как правило, в ухо их 500 раз уже крикнули, что надо сделать, чтобы у тебя не было этих проблем с ребенком, с крошками или с компьютером. Мы знаем эти ответы, каждый из нас знает. Но когда у нас есть эмоции, мы всегда в шорах, мы эти ответы не хотим, мы не можем их воспринять, мы реально, потому что вот так вот, потому что папа игнорировал и так далее. Теперь еще важный момент, если есть сын и дочь, тогда это прямо, вот это к папе, это к маме. Если же у вас один ребенок, то, скорее всего, в него будет впихано все, ну, полностью все. То же самое можно делать по отношению к партнеру, то есть это, в принципе, работает, ну, и по отношению к партнеру, и по отношению к брату, к сестре. То есть, например, у меня претензия к жене, вот такая-то, ах ты, тра-та-та. Пишем фразу, зачеркиваем слово «жена», пишем слово «мама» и начинаем перерабатывать. То же самое по отношению к мужу.